И всем привет, друзья! Краткий рассказ про гарнитуру Sony, обновленную гарнитуру Sony Wireless Headset Gold. Ну, в данном случае у меня еще и лимитированное 20-летнее юбилейное издание. Вот это вот приуроченное к выпуску PlayStation 500 миллионов Limited Edition. То есть не 20, а 500 миллионов Limited Edition. Продавалось в M-Video тут недавно по 4000 рублей. По распродаже, естественно, успел урвать. Так что стоит 6000 рублей. Также, естественно, продавались предыдущая гарнитура, вот эта с широкой дужкой, которая имела одну неприятную особенность. Это именно перелом этой дужки. То есть, судя по отзывам, я хотел предыдущую раньше гарнитуру купить Sony. Но именно передумал из-за того, что вот было поломки вот этой гарнитуры, вот этой дужки. Все на это жаловались. Это обновленная гарнитура. Во-первых, выглядит гораздо лучше. То есть здесь у нас уже сама дужка более аккуратная. Не вот эта широченная, как раньше была, а такая более аккуратная. Она обшита кожей такой, кожзам. Такой очень мягкий, приятный. Очень стильно, хорошо выглядит. Ну, в данном случае, говорю, это именно 500 Limited Edition. Вот этот миллионов прозрачной дужки в синем цвете. Прозрачный корпус. Обычный Gold. Наушники, они чуть темного цвета, черный, по-моему, непрозрачный. Но минус, естественно, вот этих вот Gold изданий, то, что они заляпываются быстро. Вот. Но зато выглядят шикарно. Ну и в целом, это лимитированная серия такая. Поэтому, естественно, я сразу же побежал в M-Video, купил. И сейчас я вам чуть-чуть поделюсь с вами мнением. Так, во-первых, комплектация. Что было? Ну, это, конечно же, сами наушники. Инструкция просто замечательная, в которой вам, в принципе, все сразу будет понятно, что, как и что настраивать. Еще вот эта фигня, которую я даже не открывал. Конечно же, провода. Это USB, микро-USB. Через этот кабель мы заряжаем наушники, хотя можно заряжать, в принципе, от любого, естественно, другого USB, микро-USB кабеля. 3.5 джек, ну такой с тройной, то есть, видите, вот такой 3.5 джек. С тремя полосками контактов, ну то есть 4 контакта, в общем, потому что это же гарнитура с микрофончиком. Ну и, конечно же, сам Bluetooth передатчик сейчас в компьютере вставлен, сейчас достану, покажу его. Вот он, сам Bluetooth передатчик, вот такой вот маленький, компактный, чуть меньше стал, чем у предыдущей версии. И его втыкаем мы либо в компьютер PC или Mac, либо в PlayStation 4, либо даже она подходит, в общем-то, и к PSP, к PlayStation VR. Ну, в данном случае, если, допустим, нет поддержки, вот это по Bluetooth мы не можем подключить, то мы можем подключить в любое, в общем-то, устройство с помощью провода, конечно, эту гарнитуру. Ну, а так я вот брал именно для PlayStation 4 и для компьютера, и работает все просто идеально. Они, во-первых, беспроводные, эти наушники, работают очень долго, около 5 часов от полной зарядки. То есть, допустим, я проводил в них стрим, и где-то уже на 6-й час стрима они вот сели. Я просто воткнул длинный, не вот этот использовал зарядочный кабель, а просто воткнул в компьютер длинный провод и продолжил стрим. В общем-то, уже просто с проводом, и они заряжались все в процессе, в общем-то, эксплуатации. Можно и так делать. Вот. Ну, а вообще заряжается около 3-3,5 часов где-то. Ну, это если полностью разрядились. А дальше 5-6 часов работает. Опять же, в зависимости от того, на какую вы громкость ставите. Если громкость самую минимальную поставить, может, и дольше проработают. Вот. Но в целом очень хорошо звучат. Звук прекрасный. Мне очень нравится. Вообще 7.1 они позиционируются. То есть многоканальные. В целом классно. Микрофончик здесь, естественно, есть встроенный. Можно использовать это как для чата, в общем-то. Тут даже вот эти всякие кнопочки есть. Допустим, есть кнопочка Mute, это выключение микрофона. Также есть кнопочка здесь, допустим, VSS. Это VSS, это именно 7.1 переключает. А кнопочка Sound Chat, это вот регулирует положение. То есть, либо, допустим, чат громче, игра тише. Либо, допустим, играть громче, а чат, в общем-то, тише. Это регулировки. Так, также здесь, допустим, когда вы включаете ее, несколько положений. Первое положение, второе положение. Вот второе включили, здесь индикатор работы. Видите, синенький такой. На первом положении, получается, они нормально работают. Это нормальный их режим работы. Вот они подключились к компьютеру. Просто горит синий индикатор.
никаких украшателей звука. Если ставим второе положение, то тогда, соответственно, работают больше басы. То есть усиливается бас. Это очень хорошо, потому что я не люблю, допустим, наушники, где изначально усилен бас, поскольку я вообще не люблю бас. Вот. Все. Настраивается все без драйверов. То есть мы просто втыкаем переходник в компьютер. Он, соответственно, драйвера автоматически устанавливает. После чего в компьютере мы выбираем источник по умолчанию звучания. То есть я за место звуковой карты выбираю, в общем-то, наушники эти, и все, они играют. То же самое с микрофоном. Но микрофон я не использую, поскольку мне я не играю в онлайне. Поэтому не могу сказать, насколько он хорошо. По положению на голове. Они, естественно, очень легко регулируются. То есть вот так регулируются. Без всяких защелок. Одели на голову. Все. Раз. Под себя настроили. Все хорошо. Сразу же окружающий мир становится гораздо приглушенней. В целом сидят на голове, как видите, очень даже хорошо. То есть я болтаю головой, ничего не слетает. Они прям и не сильно давят. Ну, то есть, говорю, я просидел в них где-то около 6 часов. Ну, на 6-й час уже мне, конечно же, немножко начало давить наушники. То есть, несколько начали болеть уши. Чуть-чуть. Потому что, ну, 6 часов это перебор, конечно, сидеть в них. Но в целом очень мне нравится. Вообще я не любитель наушников, но эти мне вот прям понравились. И можно, говорю, и стримить, и музыку слушать, и играть, и фильмы смотреть. На любую голову подходят, выглядят просто замечательно. Поэтому всем рекомендую, вот как я могу порекомендовать эти наушники. Я говно бы не стал рекомендовать, я вот сам попользовался, мне очень понравились эта гарнитура. Мягонькая, легкая, очень хорошо сделана. Прям, ну вот, за свои деньги, за 4000, просто замечательно. За 6000, конечно, ну, дороговато, но тоже можно купить. Можно по всяким акциям, допустим, купить или по скидочным купонам. В общем, сейчас они должны стоить около 6000 рублей в магазинах, без акций, без скидок. Именно обычная Gold, потому что вот этот Limited Edition, его, конечно же, уже разобрали весь. Вот, хотя, может быть, где-то и он остался. Ну что ж, вот такая вот гарнитура. Я думаю, если вы ее купите, вам понравится. Мне понравилось, потому что... Ну а на этом все. Я надеюсь, вам был ролик интересен, полезен, информативен. И я с вами прощаюсь. Всем до скорых встреч и пока!